Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 21 февраля 2022 года. И у нашей Даши родились ежата. Я сейчас хотела прибраться у нее, поэтому убрала пледик, убрала, ну, скажем, хотела тут убрать, видите, на пеленке кровь. Но Даша на меня кидается, защищает своих малышей. Я вижу, один малыш вообще как недоношенный. Вот видите, как без иголочек рожден. Так, 4 малыша с иголочками. 4 малыша активно двигаются. Один лежит как мертвенький. 5 ежат всех вместе. Даша на меня кидается. Она не дает мне тут руку засунуть. Но я все равно сейчас попытаюсь как-то аккуратно одеть, может быть, какую-то рукавичку, перчатку. И поменять, во-первых, пеленку, постелить им чистую пледик. И... поздравляем Дашу с малышами. Собственно говоря, что я хотела сказать. Это наши первые ежата в моей жизни. Вот-вот они только-только родились. Вот такие они крошеньки, которых мамочка очень сильно охраняет. Я сейчас не могу понять, вот этот мертвенький, что ли. Видите, он вообще без иголочек маленький. Похоже, как недоношенный. Так, сейчас я сначала приберусь у Даши, спрячу ее детей, а потом расскажу и покажу малышей.